на 12%. ФПС 60, и сегодня пятница. Ура! У некоторых 9 дней отдыха. Да, Лекс? Да. С нами сегодня Лекс с канала «Волшебный и секретный маяк». Привет. И Серега с канала Да, «Консольный это я. патруль». Привет, привет. И Всем привет. они мне уговорили поиграть в какую-то замечательную фэнтезийную игрушку. Как она называется-то хоть? Гаунтлет. Гаунтлет. Вот. Будем сегодня тащить это, типа, как я понимаю, Диаблоида. Будем тащить, танковать и так далее. Ох, какая просадка сейчас была. Ланика, стартуем. Расскажите мне, как тут чего, вкратце хотя бы. Я сам Да уже не самим помню. вспомнить, я играл в нее года, наверное, 3 назад, последний раз. Три назад. Сейчас по ходу дела разберемся. А тут есть типа хил там, еще какая-нибудь штука там, танк. Да все тут есть. Да. Кто кем будет играть? Я уже прожал готов, жду только вас. А, ты воином? Это танк вообще, в принципе, или кто? Ну, это стандартный класс, классический класс, так сказать. Ну, А-а-а. тогда я волшебником буду. Я же, в конце концов, бородач. Бородач. Блин, вы все бородачи, как бы. Да. Так, сейчас парочку настроечек сделаю и стартуем. А тут есть хил? Вообще, я бы за хила поиграл. Я люблю хилить людей. Хилить любишь? Да, до смерти вообще. Люблю хилить до смерти. Знаете, такой хил, какой хил? Где хил? Так, вроде все настроено, вроде все это. Погнали. Так, что, некромант, что умеет? Понятно. Средняя быстрая война ближнего боя, дальний бой, эльф. О, давайте я за эльф. Ёптить. Сменить снаряжение. А что за снаряжение? А, понятно, типа не открыто, да? Понял. Готов к труду и обороне. Все, погнали. Так, а что делать? Как тут стрелять хоть? А мы? Стиком, А мы? стиком. Ой, я что-то куда-то нажал. Скипаем. Давай с сюжетом играть. Эх, уже скипнул. Блин. Сейчас дайте понять, как стрелять. А. Стиком, стиком. Каким стиком? Держишь правый стик, и он стреляет. А, понял. Ну, Ну-ка. первый этап уже прошли, можно сказать. Это такой подготовительный, чтобы ты понял, что тебя ждет впереди. Я вообще не понял, что меня ждет. Я даже с исправлением не понял пока. А не надо было скипать. Так, стоп, дайте разобраться. Что, какие-то штуки я оставляю. Ага, а, я понял. Ну, типа, вроде бы. А что это такое зеленое? Способности твои. Что они делают? Так, к нам уже идут. Мертвецы восстают, хотя ими не управляет некромант. Удивительное могущество. Оп. Спасибо за корону. Тут что-то еще подбирать можно? Да. Как подбирать? Да просто подходишь, оно само подбирается. А, Автоматом. понял. Ничего не понял. Ты просто играй. Блин, я первый раз на джойстике играю. Все пройдет с опытом. В такое. Да. Наверное, это на клаве удобнее было бы. Не знаю, я на геймпаде.
Я вообще не понимаю, как в шутеры можно геймпад играть. Ну, я ее проходил на плойке и уже привык к геймпаду, поэтому я играю... В этот раз я решил проходить ее на геймпаде. А голда делится на всех? Нет. Ах, вы барыги. Кто выстрелил в еду, признавайтесь? Я, походу. Волшебник. Этот призывающий кристалл надо вырвать, пока он не призвал кучу чудовищ. Блин, как непривычно. А зачем ты взял за геймпад, если ты на нем не играл? Я не знаю. Ну, типа, геймпад. А можно переключиться? Ну да. Как? В меню. Ну чё? Как в меню выйти? Так. Ты чё, первый раз за компьютер? Исключить повтор. Блин, а я не знаю. Настройки. Графика. Ну, схема управления. Схема управления. А на клавиатуре? Как перейти на клавиатуру? Все, пипец. Ладно, похеру, буду привыкать. Давай, короче, привыкай тогда к геймпаду и погнали. Да я готов. Я бы с радостью это съел. Не понял, как переключается выстрелом? Ой. Брысь какая-то. Надо было воина какого-нибудь брать, вообще не париться. Как это вскрыть? А, почкой. Кто поджег? И зачем поджег? Чё за подстава? Это не я. Вы куда? А куда? Так, здесь все забрали. А, вот ключ. Зачем вы постоянно в еду стреляете? А как же? А как же? Ой, в меня какая-то граната прилетела сейчас. Господи, эта игра старше меня, да, согласен. Я, правда, играю первый раз, но еще и на джойстике. Но это же не оригинальный гаунтлет. Ремастер же. Да. Хотя, можно было бы и в оригинале на самом деле гаунтлет зарубиться. Ну, сложно. Вот и ключ. Лекс, у тебя ключ. Окей. Открываю. Да, надо было это воина брать, вообще не париться. Воина я взял. А два воина могут быть? По-моему, нет. Блин. Ой, ой. Капут какой-то. Прикрываю.
Отлично. Я, мне нужна еда, не убивайте еду. Что ты, Что, о чем? Босс, наверное. Я вот играл на Спектруме лет 30 назад, да, прикольно. Ну не вы это, наверное, как бы. Живот сводит, так есть охота. Ага. Почему? Зачем ты стреляешь бесконечно? Не знаю. Вдруг кого-нибудь ваншотну. Так, нужна курочка. Да, не убивайте еду. Это была первая атака? А, все, мы прошли. Можешь прекратить стрелять. Смысл тот же, да, смысл того же. Ну, на аркаде она сложная, реально сложная. Но она не только на аркаде есть, но везде есть. Самый жадный герой. Но и на досе есть, и на денде есть, и на сеге есть. И на аркадах. Ну, а сеге она вообще капут. Давай следующий уровень. А, типа открывать вот так. О, можно сменить? Сменить снаряжение. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Топор надет. Ревущий молот имеется. А можно сменить персонаж? Я хочу сменить. Можно. Нет. Как? Нет, ты будешь ходить и стрелять из лука. Блин. Да можно сменить. Как? Ну, выйди, наверное, из него. Так вот. И бери другого. Исключить игрока? Нет, нажми на Б. Б? А, во, ё. Всё, где тут ближний бой? Эльф, вот предыдущий был ближний бой. Вот это? Меч? Видишь, он с мечом, значит, и с щитом. Очевидно, что это ближний бой. О, всё, готов, всё. Тогда я буду танковать. Если хилов нету. Так тихо. Слишком тихо. О, да, танк. Танк это хорошо. О-о-о. Нихрена. Тебя ваншотнуло? Да. Как тебя риснуть? Я так понимаю, от него бежать надо. Давайте я затанкую. Затанковал. Затанковал. А я что-то встать не могу почему-то. Да, потому что ты помер. А как Лекс встал? Не знаю. У меня появилось вернуться. Ну я вот нажимаю вернуться и ни хрена. Наверное, потому что эта хрень за нами идет. Может, вам вернуться к моему трупу надо? Типа, вы далеко ушли от меня? Давай сейчас попробуем вернуться. Идем. А, все, уже не можем. Блин, он идет. Беги. О, я вернулся. О, вернулся. Ура. И сейчас ты умрешь. Нет, я это не вхожу в эту хиромантию. А зачем корона? Да просто кто протаскивает, там дополнительно получает награду. Ты меня так спрашиваешь, я говорю, я уже ни хрена в этой игре не помню, серьезно. Я как будто играл не 3 года назад, я лет 10 как минимум. Что за мной-то бежит? Че, я маслом что ли намазан? Че, я сейчас погибну что ли? Все, идем. Я возможно. Ключей набрал. Я что-то не хочу. Это жизни же выше, да? Да. Блин, я сейчас сдохну туда. И убиваемый. Ломись.
Держи в курсе. Он съешь курочку. Где? А, беги вон, вон курочка. У тебя меньше всех жизней. Ладно. Разрешаем взять. Рожденный бегать умереть не может. Сейчас эта хрень придет. Мерлин погиб. Меня убили. Вот маг тоже как-то быстро воскрес. Ага. Может, потому что просто мы рядом были. Рядом были, да. Возможно. Идет. Опять кто-то курицу? Да, я случайно. И кто всю съел курицу? Там лежало две курицы. Блин. Вот и не поделитесь. Блять, он бежит сюда. Валькирия, ты скоро умрешь. Понятно? Да. А, и валькирия типа. О. Вы заколебали уничтожать еду. Я как мог. Ой. Я пошел день. Вон еда есть. С левой стороны. Да, у меня почти полная. Тогда я возьму. Ух ты, он через пропасть тоже может. Ну он же летучий голландец. Жесть, короче. Блин, голова болит, трындец. Ай! Он задолбал тут уже. О! Ладно, не буду твое забирать. Ой, я возьму. Давай, появляйся быстрее. Я не могу, я вот жму. Тогда извиняй. Не могу встать почему-то. Нажать, может, что-то нужно? А, нажать. Как ты рывок делаешь? На... Короче, если у тебя Соников этот DualShock, то R2. Или у тебя Xbox-овский? Xbox-овский. Может, вы типа пока дальше не пройдете, я не встану? Нет. И не тот, и не другой. R2, вернее. На DualShock и RT на боксе. Не работает у меня. Попробуйте, попробуйте дальше пройти. Да, давай да, дальше попробуем. Потому что я встать не могу. Что за мной-то? Зараза. Ну чё? Не, прям жмяку, нифига. О, все, появилось. Вот и ты. Бум, бля, просто. Просто убило. И куда тут? Вон, наверх. Чья голда, моя голда. Вообще-то чужая была. Да, ничего не знаю. Моя голда. Че, свистнули мою голду? Да, походу. Да. Это не я. Ага, конечно. Это валькирия, да? Да. Как пройти? Теперь я что-то не могу появиться. Ну, это на чекпоинтах, походу. Ну, скорее всего.
Блин, пипец она урона получает очень много. Ты там, Валькирия, умирать не собираешься? Нет. А потом мне надо вернуть себе мое золото. Мое золото. Следующий давай, урон. Давайте быстрее. Ура. Я выжил. А я вообще на нулях. А как так? Я же между... А почему я самый жадный герой? Ты же украл мое золото. Ну да. Непонятно. Так, а мы, походу, не открыли, да, какой-то секретный проход? Вот, открыли теперь. О. Посыпальница Максим. Сейчас. Так. Мне нужно 30 тысяч голды, получается. Для чего? Для открытия нового оружия. Я вообще нищий. О, нифига ты. О, красиво. Как вы это делаете? Ну, оружие меняется. А. А как вы это делаете? Ну, у тебя снаряжение же. А, во. А у меня все неактивно. Ну, у тебя потому что не открыто, наверное. А, ну... Да? Или у вас активно? Не, нет. А, блин, что с камерой-то сегодня? Так, где я? А, все нашел. Погнали. А где же зрители? А чё так много урона я получил? Там целая толпа он идет. Угу, на Димоне. Идите ко мне. Иду. Нет, я им сказал. Как раз откатился как раз прием. Ну, бар темба. Во все стороны может быть. Кому жизнь, и мне жизнь. Ваншот просто. Офигеть. Такое чувство, что она у тебя урона получает гораздо больше, чем остальные. Ага. Золото. Ну, вроде танк, по идее. Я правильно понимаю же? Ну да. О, это последний уровень. Это, вернее, конец уровня. А это типа бонуса такого. Да, да, да. Блин, нифига у барыги. Я меньше всего набрал, между прочим. Я меньше всего сейчас, 8 тысяч. Разве? Угу. Ты меньше всего убил людей. И... А потому что золото, за золотом бегал. И все равно золото меньше всех собрал. Блин, башка что-то не проходит. Это все плохие мысли твои. Верно, я не пойму, как оружие переключать. В смысле переключать? Ну, у тебя пока одно оружие. Нет, у меня их несколько. Я не понимаю, как их
переключать? Шифтами. Нет. Посмотри, у меня вот такое есть, видишь? Ну. Как его переключать, я не понимаю. Ну, вот у меня есть вот так. Их нет. Вот тут я нажимаю на кнопку, но то переключается, то нет. На какую кнопку нужно нажимать, я не понимаю. У меня вот щит есть. Есть молния. Что-то она не очень. Все равно не понимаю. Ну, смени игрока. Не, а вы как переключаете? РЛ. Я не переключаю. У меня одна атака. Поэтому я ничего не переключаю. Мне ее за глаза. Я могу вот щит кинуть, как я понимаю. Сделать ТП-ху и блок. Типа. Где он? Вот, вот зря такой. Вы бочку взорвали. Подождите, не взрывайте, там нужно трещину. Во. А вон она. Влетаю. Блин, ну это, короче, типа фармить надо, да? Ну да. Ну, на нее ты и покупаешь, мать ее там. Короче, кстати, вы пропустили. Да, я видел. Ящичек. Я не смог его открыть. Не, надо ударить было. Ого. Стяжка какая-то. Золото. Так кто там убежал вперед? Я. Ну и давай, умирай. Нет, я хотел пустить вот такую штуку, но я не знаю для чего она. Что она делает вообще? Ах ты, хотел систему обмануть. Ну ладно, там уже. Лекс все забрал. Не зря же я самый радный герой. А в Диабло, короче, можно типа, ну, перепрыгнуть бордом, ну как бы. Ага. Тут курочка нужна кому? А, нужна. Тебе. Нет. Сереге. Опять уничтожили какие-то. А это и моя, короче. Это лишнее было. Штука, скорее всего. Вот сейчас кого-нибудь поюзали, он мог бы вернуться и съесть эту курочку, а теперь все. Никого не поюзали, все, по-моему, максимально. Я съем. Да, вы говорите про еду. В ближнем бою уже удобнее играть. У меня ключ. Давай. На, ваншот. Где-то ключ пропустили. Почему? А вот это сейчас дверь... откроется, он решетка. А вот сюда. Ну вот ключ. А, все. Ок. Серега ломится от себя. Ой. Кто мою еду съел? Я. Съел случайно. Я дэшнулся туда. Мою еду. Серега, бегу к тебе на помощь. Угу. Я только съел, мне еда не помогла. Не трогать мою. Да ладно.
Блин, а так хочется. Блин, сволочи. Это серьезный мир. Это жестокий мир. Нельзя так делать. Я, между прочим, ничего не брал. Это жестокий мир. А моё кто взял в прошлый раз? Я? Кто-кто? А ты взял? Да. Ну, короче, это вы берете друг у друга, а моё не трогайте. Так, кому жизнь? Мне не надо. Мне тебе. Надо. Некромант. Можно бить? Воу. Я левую колонну бью. Убил? Готов, некромант. Нет. На правую. Лич, смотри. Серега, спасаю. Ой, что это такое? Понял. Диаблоид. Ой. Кайтить, кайтить. Все. Наверное. Нет, чуть-чуть. Нифига. Блин, промахнулся. О! Попал. Призраки теперь какие-то еще летают. Угу. Их стеру наносит. Сюда бочку давай. Кто-то их все взорвал. Кто бы это мог быть? Это не я. Ну, сейчас появится же? Нет. Как? Надо их... Ну, пойдем дальше поищем. Да они... Ну, в тот раз появлялись они. Ну, они не всегда появляются. Как не всегда? Да, блин. Все, без бочек. Теперь как с бочками? О! Зато я там золото вижу. А бочки? Я пройти не могу. Какой-то чувак проснулся. Все, он умер. Блин, вы меня там зажали. Он уснул. О, бочка. Туда тащи. Бочка, стоять. Блин. Пропустите меня. Она сейчас взорвется сейчас. Блин. Блин, меня ваншотнули. Так, тут курочка. Тут бочки еще есть. Не бейте по бочкам. Не бью. Все? Да. Не пройти. А, не, прошли. А что за синие бутылочки? Что они делают? Так, кому жизни? Врагов. Ну, я взял одну. Так, там золото осталось. Неси теперь бочку. Стойте, давайте сюда пройдем. А может сюда? Все... Нет, тут все. Да я просто понятно, что туда, просто вдруг не все взяли. А. Кто-то нам шепчет на уши. Так, берите жизни красные. Надо мне другого взять, не хочу магом играть. Мне не нравится, он очень медленный. Оу-оу. Если ты на джойстике, то да, это какой-нибудь ближний бой. Удобнее будет. У него еще кастуется очень долго. Наверное, сильно.
Может, оно и сильно, но как остается очень долго. Не вздумай мое брать. Этот жестокий мир. Я и так магом играю, я и так страдаю. Вот я даже не могу гашок взять. Ты ударил. Подождите. Не могу минишу. Мне нечем. Он у меня его не разбивает. Я не понимаю, как оружие переключать. Я смотрю, ты себе новое оформление сделал для стрима. Ну да. Лишь в современные игры я так играю. А-а-а. Ну типа, чтоб по фэншую было. Взял. Я встану, подождите. А, я не... Нет, я не встану на этот локи. Блин. Телепортироваться, как вы. Взял ключ-то? Да, взял. А ты где вообще? Я вот на первой фигне лежу. Ну, ты давай, не можешь вернуться? Нет, нет, да, я на следующий локи только могу вернуться. На чекпоинте? Да. Давай, раз, пошел. Пошел. Ой, нифига ты там. Нормально, Серега там, блин. Да, еще жалуются, что маг у него плохой. Ну, он какие фишки мутит. Он очень медленный. Я пока бегу, вы все золото собираете. А чё могу быть быстрым-то? Да, он же старец, типа, он пока размыслит. Да, старцу... Подумает, вернее. Старцу тоже нужны бабки. Блин, цитата великих людей. Старцу тоже нужны бабки. А чё, тебе пенсию не выплачивают, что ли? Нет. Как-то нет. Блин. Еще не дожил еще до пенсионного возраста. Ну, чуть-чуть осталось. Да, мне чуть-чуть осталось. Мне нужна курочка. Кто там кушать есть хочет. Где там курочки, нет? Нет. Мои силы. Вот что это такое, я хочу это взять. А что это я взял? И зачем? Зачем? Вот это очень. А, надо вот на эти поставить, наверное. Да. Еще одну нужно. Вон там она. Интересно, их в любом порядке можно ставить. Но они одинаковые. Но они вроде одинаковые. Блин, волшебнику лишь бы побухать. Возраст уже что-то хочешь. Волшебник хочет есть. Фига, какие тут серьезные детки. Да пипец. Видишь, как мы тебя прикрываем? Да уж. Мои силы уже на исходе. Живот сводит. У кого? У волшебника? Да. Я вроде прошел. Петь, меньше всех. Петь, я самый жадный герой. Я хоть по убийствам сравнялся. Ровно по 209. Угу. Так, чем-нибудь могу купить? Здесь все равно не хватает денежки. Я вот тело до сих пор не могу себе новое купить, пока я буду копить. Блин, 80 тысяч золотых. А зачем тебе тело? Ну, типа, шмотки. А у тебя сколько сейчас? 15 900. Ну, я шлем себе купил новый. Чё, ты купил уже, что ли, да? Ну, шлем купил себе. Ой, тоже, нет, да? Это... Оружие взял.
как информацию. Я пока ничего не могу купить. Подождете, я водички налью. Давай. О, я не вовремя встал. Стой, подожди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А где то моё супероружие, интересно, куда оно делось? Ой, у меня какой-то странный дэш теперь появился. А ты что-нибудь покупал? Да, я щит купил. Он у меня раньше стрелял щитом, а теперь дэш делает. И раскидывает всех. Типа. Ой, тут у меня не то оружие совсем, прям вообще не то. Ай. Конечно, у ворот был бы лучше, чем дэш. Но дэш тоже неплохо. Не, у меня я теперь... Еще вот так могу. Прикольно. Ой. Эти призраки. Мне нужно восполнить запас сил. Зараза. Че вы все умираете? Я не умираю. Я пытаюсь оружие включить. Я пытаюсь до босса дойти. Ой, я теперь почему хотел... Тору всегда есть дело до того, кто хочет есть, а не понимай. О. Нужно было заходить. Че, дайте водички налью. Кого там силы покидают? Валькирия. Фига себе тут. Ой, у нас еще пол. Да иди, пей. Иди пей водичку. Кстати, я сейчас сдохну. Не, отлично. Ну окей. Ваши деньги, мои деньги. А мы вы все закончили. Иди пей. Нифига ты там 24 тысячи набрал. Иди покупай оружие. Стопудово сможешь. Ты же хотел перса поменять. Или уже нормально? Не знаю. Сейчас. Подождите, как вообще посмотреть это самое? Вверх нажми. Ну, управление. Точнее. Управление. Настройки джойстика. Хрен вас. Я не понимаю. А сколько голды вообще где-то пишется? Способность. Тут денег вообще капут мало. Так ты не забывай, на каком уровне сложности ты играешь. Не, ну все равно. Ну, естественно, тут падает меньше. А, вы меня ждете? Да. Чё ж не сказали? Ты молчал? Я отвлекся. Моё золото. Давайте столько золота. Покупать шмотки. Мне нужно понять все-таки, как переключать эти оружие. Ну нажми настройки на старт там и так далее. На старт, схему управления и так далее.
Рано, не понимаю. Махаха. Оба на это откуда у меня? Спасибо. И ч. Что-то странное оружие. Чего ждешь? Быстрее. Пошли. А, вот это самое клевое. А ты смотри, у тебя снизу, видишь, ты, получается, переключаешься на оружие. Да я вижу, я говорю, что у меня не получается переключиться. Ну ты как-то сейчас переключился. Беспорядочно нажимай кнопки. Давай же. По очереди нажимай. О, опять эти штуки. Куда ставить? Головы. Да. Я свою поставил. А как открыть? Не знаю, но а я, вот там он, пройти но с той стороны. Я как-то смог. Давай, иди на другую сторону. Не думал, что здесь так далеко идти. Какая-то белая херня. Блин, вар вообще крут. Ой. Там плюха прилетела в меня. Чё, я бегу, бегу, да. Бегу. Да ладно. Оружие хорошо, когда их много. Вот и ключик. Ой. Курочка нужна кому? Нет, пока. Врываюсь. Ты это зря сделал. Почему? Я нормально ворвался. Пополам разрубил. Да я не тебе, а врагу. Мне кажется, мы вообще куда-то это ушли не туда. Вот здесь вот, да. Угу. И зачем этот ключ? А, вот здесь. Вот. Невнимательно вы играете. Абсолютно. Да, абсолютно. Поэтому это золото мое. Давай уже. Давай, я сейчас готов рваться. Бух. Ну прикольно, заморозка еще, блин, куча это. Урона. Ой, теперь я уничтожил еду. Эх ты, мало то, что все золото собрал, еще и еду уничтожил. Так. Обратно. Вниз, наверное. А смысл в чем был тогда? Вот проход. А, сюда. Мое золото. Мое золото. Спас. Мне-то что, оставите? Я тебя вообще спас только что, блин. И че мне твое спасение без золота? А представляешь, ты бы умер, я бы забрал твое золото. А так я тебя спас и не забрал твое золото. Он спас твое золото. Я умру нищим. О-о-о. Нормально я ворвался. Серега чисто издалека лупит. Да, да, да. Зачищает. Зачищает. Я из золотой курицу съел. О, кому курица нужна? Красный. Мне кто? Нужна. Да, бери там. Ну там тоже еще кому-то нужна. Это мне нужно. А чё ж ты не стал брать тогда? Ну Серега взял как бы, блин, все. Я только одну взял. Ну, а там всего две было. Вон еще две лежит. Вон еще одна курица. Блин. Пораженный в самое сердце. У меня достижение выпало. Вы не бегайте друг за другом. Где ключ-то?
лежит. У меня. Ага. Пойдем. Вот еще ключ. Че, наверх? Угу. Что-то мы статую как-то не поставили. Так вот она, статуя-то. Мы для... ради нее и шли сюда. А, нифига. Сейчас... Теперь в другую сторону сейчас так же пойдем. Офигеть. Нормально так. Тут градация длины уровня очень странная. То буквально одна комната, то хреначишь целый лабиринт. Но одна комната — это бонус уровень. Нет, даже, это не бонус. Бонус. Нет, это обычный. Нет. Уровень. Странно. Так, там был один бонусный уровень, а другой короткий — это был обычный. Ага. А чё на воскресенье-то, кстати? Вы курицу не видели? Нет, мне нет. Тоже нужно. Ну потом обсудим воскресенье. О, я ключ потерял. Блин. Придется забрать твое золото. Как я не хотел. После того, как золото глаз забрал, Валькирия неожиданно возвращается. Где? Где моя прелесть? Ну, подождите, бочка. Че бочка? Бочка нужна. Зачем? Здесь трещина. А. Или нет, или мне кажется. По-моему, там да, трещина. Есть. Да? Точно, уверен? Угу. Тут где-то была бочка, по-моему. Уверен? Или нет? Наверное, там нет трещин. Нет, вот тут была бочка, есть, которую я это взорвал. Да. А, ну все тогда. Может, впереди будет где-нибудь еще. О, давайте направо. Не взрывайте больше бочки. Подожди. Чего подожди? Тебе все золото вернуло. Я подожди. Вот что это такое? Блестяшка какая-то. Клубня курочку. О, блин, сорян. Вон курочка еще одна. Где? Вон, где лич. Блин, так мне ничего подойти нужно как-то. Где? Ой! Меня срезало. Гадина. Убили меня. О, может, все ваше золото забрать? Да, конечно, мое золото. Бля, как Серега встал? Я не смог встать. Ой, из кого-то... А, это... Это из лича. С него, да. Не-не-не. О, как Серега встал-то? Знаю, но меня сейчас опять уложат. Чё за фигня? Зараза. Не понимать. Ё-моё, блин. Вставай тоже, чё ты? Я не могу. Попробуй нажми на А и стик подёргай. Не, подожди, пока не вставай сейчас. Подожди. Да не. Сейчас мы золото соберём, потом сейчас давай. Да ни хрена. На А и стик подёргай. Да левый. Нифига. Да сейчас на чекпоинте. И левый, и правый. Не знаю. Не, надо другого персонажа брать. Ты уж качай этого до конца. Не хочу. Мне не нравится ему, он очень медленный. Блин. А ты-то где? Я не знаю, я труп. Ух ты! Появляйся, труп. Да я пытаюсь, я уже. Во, наконец-то. Может, мне типа такое долгое воскрешение, блин? Ну что же, она урона получает. Вот посмотрите на полоски жизни. У меня их 4, у Валькирии 3, а у мага 2.
Ну, у тебя типа вообще самое большее сдохну. Количество здоровья. Ну, судя по описанию. Да, и то есть ты должен возрождаться быстрее меня, потому что я сразу возрождаюсь. Так что у тебя что-то другое. Ну, я реально как бы А нажимаю постоянно. Бери. Мне нужно что-то. Вон, налево пошли. Может, его слишком налево. Налево, налево. Ну, как, блядь, куда я... Куда еще быстрее? А босс-то будет? Блин, опять бочки взрываете. Маги очень, ну, больно бьют. Там какой-то чел внизу сидит, видели? Ага. Это типа босс? Так, я бочку возьму. Я тоже взял одну. А, это конец уровня. Может, надо было скинуть вниз? А ее можно скидывать? Он просто ставит. Ну, я не знаю, мало ли. Бонус за корону? Все равно денег мало. Нет, сейчас кого-нибудь другого возьму. А кто там еще есть? Не знаю. Там некромант еще. Че, мы все будем проходить? Давай денег заработаем на этом. Ой, нихера. Нихрена себе. Потому что мы половину подошли уже, получается. Да какую половину, ты че? Треть. Будем отсеки проходить? Давай. Так я сменил персонажа. Коротышкой буду. Это лучник. Да, опять дальние атаки. Да, мне не понравился. От слова совсем. У него еще и денег нифига нету. Ну, да. Ладно. Я попробую им. Ну, типа, прокачивать надо, типа, заново. Я так и знал, что ты появишься вновь. Будешь и дальше действовать не на него. Ой, бегать. Этот чувак. Даже он лучше, чем маг. Валькирия уничтожила еду. Не по вкусу пришлась. Блин. Да, я что-то не заметил. Оставьте мне еду. Если где-нибудь увидите, конечно. Хотелось бы. А вы же не видите нигде еду? Нет. Чувак идет. Я сейчас это пил. Эльф хочет есть. Да, очень хочет. Бля. Да ё-моё. За эльфом. Мне кажется, это то, не... что я больше всего хочу жрать. Мне кажется, не эльф хочет есть. Да я слышу. Не, ну прикольный геймплей, в принципе, такой. Блин. Пустите меня к еде. А есть она тут? Пустите меня к еде-то, а? А, не пустили меня к еде. Все, я труп. Я тоже. Ой, я как-то быстро возродился сейчас. Блин. Еще мое бабло захапал. Блин, я пытался это пройти. Я пытался пройти и захапать бабло. Я полное право имею забрать твое бабло.
Да я вашу могу уже забрать, уже давно-давно имею право полное. Блин, как она достала уже. Ага, ну этих надо убить, да, как я понимаю. Все, появляйся. Ворота уже открыты, что вы дальше не идете? Появляйся. Пока не могу. Блин. Валим. Забирай голду. Вот я... Не, я не могу возродиться. Беги, бежим. Да, бежим-то. Влево. Ворота открыты. Я не мог пробежать. Бежим, чё? Вы взяли уже мою голду. Кого ждем? Никого. Просто бежим. Блять, он появляется. Валькирия вернулась тут же к золоту, блин. Еще проявиться не успела. Моя прелесть. Нет. Ай, куда? Зачем ты меня стреляешь? Я просто так стреляю. Не обязательно на него. Нужно больше золота. Да. Валим, пофигу. Я успел. Нифига, двадцатку ты сделал, как так-то? Самый жадный. Снизу же голдаж написано, да? 26,9. Нифига себе, сколько ты собрал. А, или это общее? Нет, ну это снизу получается, это же его. Мое. Охренеть. Так, что я снарягу 6000? Да ни хрена ты не сделаешь, что на 6000. Ну-ну. Да. Слушай, это нереально, и денег стоит все. Угу. Я даже ничего не могу купить. У вас 3 секунды. Ладно, пофиг. Господа. А тут уже босс? Нет еще. Врываешь? Так, ой, блин, я жизни взял зачем-то. Там жизни слева. Я взял. Тащите их сюда. Типа собрать их все в кучку. Сейчас это... Еще жизни. Слева. Снизу. Ага. Покушаем. Давайте слева начнем. Слева снизу. И направо. И потом наверх. Кто-то там разделился. Типа данжа такого. Сейчас босс будет, мне кажется, какой-то. Да по-любому. Нижний левый. Ой, правый. Мы поняли, он здесь один из. Да Лич. Ну нафиг. Блин, я тебя хотел убить.
Ой, я издалека. Пил, пил, пил. Ай. Блин, я прям на грани. По мне буквально один удар. Ешь курочку. А где ее взять? Ай, блин. Нет. Так, не брать. Не брать. Да не буду я ничего брать. Я чужое возьму. Не, свое возьму. Это типа был босс, что ли? Ну, типа. Ну, и двое было сразу. Один. Скромненький, да? Босс. Подождите, там еще вот золото. Почему один? Мы же двоих убили. Кто мою корону взял? Ух, блеск. Я. Блеск. Корону с меня содрать хотят, и что? Блин, мне кажется, это, короче, общее какое-то. Типа, сколько вообще голды? 7 тысяч. И 22. Ну, сколько ты всего собрал? За ну всего да, время? Да. Что-то я совсем мало собрал. Ну это типа ты может... Ты как эльфа этого взял, ты сразу стал самым жадным героем. Да. Подождите. Что, мне баг обратно взять? Это у меня отвалился геймпад почему-то. Ну вот. Я его присоединил, а он не хочет. Ну ты сейчас готов нажал. Нет, ничего не нажал. Ну давай подождем. Не подождем. Не подождем. Бегите. Я пока разберусь с геймпадом. Блин. Тихо. Тут и мясо вообще. Ой, эльф вернулся. Серьезно вернулся? Да. Ой, в самую гучу событий. Да. Даже золото не успел собрать. А тут сейчас не до золота было. Да, да, да. Теперь это точно. Жесть. Вот там вар разрывает вообще. Капут. Ай, откройте дверь. Жизни кому берите? Красный, бери. Мне. Есть. Есть? Тогда я беру. Ну, бери, я потом возьму. Блин, я ее случайно уничтожу, потому что она за этим. Блин. С горшками. Взял еду, уничтожил. Там больше нету. Подождите, а здесь что? Ничего. Ничего. Беги, 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 беги. Нет, не хочу умирать. Я еще слишком молод, чтобы. О, сейчас вот эта локация на Изуала похожа. Из Диабло. Блин, жизни бы. Да, жизни было неплохо. Ты не стреляй беспорядочно, то это еще. Почему это? Бо, ну типа жизнь не можешь убьешь. Все равно сюда не вернешься. Ну да. Не, эй, я вообще-то есть тут. Вот ты его, блин, жук. Так, где там моя голда? Ой. Там где-то моя голда лежала. Еды нет нигде? Нет. Ну я не вижу. Там голда есть. Голда фикс, мне еда нужна. Еще немного, и я упаду в голодный обморок. Эльф хочет есть. Слышали? Угу. Так что будьте добры.
Бежим. О. Так, что-то я не вижу курицу, а... Все, я помер. Кто забрал мое золото? А ты чё, мертв что ли? Да, вообще ты да. Его ваншотнуло. Забрали мое золото. Блин, кто там пишет? Не вовремя. Не вовремя. О, жизни слева. И справа тоже. Уже поздно. Кто-то забрал. Серега забрал. Хотя он только что возродился, ему не нужны. Ну да. Как это не нужно? Мне все нужно. По-моему, это конец этапа. Да. Ух. Что золото так маловато стало прибавляться. Угу. Хрен что купишь, да? О, тронный зал. Класс. Сейчас по-любому будет босс. Босс, да. 9 рублей. О, я могу купить. О, я новый скилл выучил. Кстати, их можно это прокачивать, как я понял. Привет, привет, привет. Че, не спим? 12 часов ночи. Так еще нет 12. Пол 12. Привет, привет, Игорь. Мы же тоже. А вот и чувак, сидящий внизу. Ага. Какой он жуткий. Че-то он большеват, по-моему. Может, мы мелкие просто. Правильно, правильно. Лайк, подписка и донат. Так, я танкую, он за мной бегает. Я издалечка его. Его же жизнь где-нибудь есть? Мне кажется, его надо не бить, а как-то хитро убивать. Видишь, тут кнопки какие-то. А, видишь? Давай, я встану. Давай, вставай. Встал. Не, надо, кто-то другой встает. Он за мной идет, давай тогда. Вставайте, вставайте. А, Серега, меняемся. Меняемся тогда. Это вообще нормально. Ребзи, как игра называется это? Гаунтлет. Гаунтлет, а то я прям даже верю. Это старая классическая серия игр. Давай, беги. На еще с аркадных автоматов. А это типа переиздание получается. Да, современная интерпретация. Ого, вот, это что сейчас было? Забрали. Сердце его. А, типа надо двоим встать, чтобы эту херню. Да. Давай, вставай, вставай. Надо ее прокрутить. Да. Поставить в нужное состояние, чтобы оно изъяло сердце. Да, игра на ПК. Ну вообще она есть на всех платформах. Да. Так, кроме Switch. А, кроме Switch, да. Хотя точно на Switch нету? Нет, конечно. Да свечи, раз вообще есть какие-то игры? Зельда. Окей. Две Зельды даже. Так, я встал. Только нет. Кстати, Link's Awakening офигенная. Нет. Ты должен совместить. Ну, я совместил. Давай. Сердечко его, сердечко. Ну, кстати, не такой уж сложный. Я единственное так не помню, как совмещать. Да не обязательно даже вдвоем вставать. Да?
А сейчас было обидно за большой Н. Да не, мы любим большой Н. У нас у всех есть Switch. Ну. Первые ревизии. Ревизии. У меня вообще будет видео скоро, кстати. Да, у меня, кстати, первый. И еще можно даже у это меня самое. Первая ревизия. Его можно даже прошить при желании. Да? Не, я не прошиваю. Я, ты знаешь. Я тоже не прошивал. Так, сейчас заберет надо, сердечко. Надо срочно делать это видео, кстати, про Switch. Вообще топовая тема сейчас. Типа, сравни... Про OLED? Да, да, да. Сравнивать, типа, первую ревизию и новую. Да смысла особо нет. Не очень. Мы уже сравнили. Очень... Я смотрел пару сравнений. Да потому что то же самое, только с другим экраном. А так то же самое, вообще один в один. Надо будет поиграть с вами. У тебя есть эта игруха? Заходи. Блин, надо сделать будет, наверное. Короче, в ВК есть... В эту перчатку. Короче, есть ВК. У нас эта группа в Дискорде. Сейчас будем собирать. Ну, собираем. Там есть ссылка на Дискорд. Заходи. Типа общий сервер такой, типа ретро-геймеров будет. Вот, и можем быть четвертым. Ну так, если что, сейчас она распродажа в Стиме 104 рубля стоит. Ну да, всё. Да, да. Ну именно это игру. Происходит, у меня не работает геймпад. Чего у тебя за опять такое? Не знаю. Короче, у кого-нибудь он работает вообще? У меня работает. Да, мы готов прожали, оба. Ну, Владимир, ну, не сегодня, понятно, да. Ну, ты заходи в Дискорд, а там будем уже определяться, я буду новости выкладывать. Типа там, может, у патруля там стримы будут, там у меня стримы там, набирать людей. Будем играть. Я чувствую, короче, этот, 31 числа на стриме будем собирать Сереги на джойстик. Серег, ты сейчас. Все еще. Давай золото, Серег. Все, умирай, все. Серег. Подсоедини. Где золото? Где золото? Где золото? Вот, сразу джойстик заработал, да? Бугай-падальщик. Офигенная пещера, кстати. Ну, не сказать, что красивая. Мне нравится. Да, да ладно, стильная. Не, в Диабло лучше. Ну извините, это не Диабло. Это дедушка Диабло. Это дедушка игра. Дедушка Диабло, да. Дедушка Диабло. Если бы не Гаунтленд, и Диабло бы не было бы. А чё, эта игра вообще прям прародитель-прародитель, что ли? Да. Я говорю, она еще на аркадах была. Не, ну на аркаде... Где была твоя Диабло, когда были аркады? Не, на аркаде я в ней играл. Ой. Чё, там жизни были? Там все взрывается, бля. Там наверняка какая-то трещинка была. Где? Да, нет, там нельзя. Эй, было, кто? Да. Ну блин, зачем, Ребзи? Что случилось? Ты бы хоть предупредил, даже не. Вот, бери. Все, не бьем тебя. Ну. Это все лучник. Все лучник сразу. А кто стреляет? Я стрелял, охранял тебя. А, тут чел, он стоит. Ни хрена себе. Да. Бугай-шаман. Шаманин тут стоит. Чё, куда это как ули нести? Здрасте. Здрасте, ловите. По-моему, что-то мимо прошли, нет? Пум. Не знаю, я на бугая. Я вот это внизу. Зиккурат этот. Надо больше золота. Это да. Это всегда. Ой, я вихрь пустил зачем-то.
Я вот тоже могу. Зачем, зачем вы вихрем пускаете? Вы что, с ума сошли? Лайн. О, так жизни кому надо? Не знаю, да я их взял. Ой, мне тогда надо. Там. Тут вот внизу. Да, я вижу. Все, тихо. Все, тихо. Тихо, тихо. А что нам мешало просто? Че, пройти слева? Да, справа. Хрен его знает. Я оглушил орка. Мы явно что-то пропустили. Там же стояли взрывные эти ящики. Ну да. С динамитом. Может, вернемся? Ну да. Ой! Ну давайте всегда направо, как в лабиринте. Я не вижу, что тут можно взорвать. Я вот тоже в упор. Нет, тут мы были тут. Не, ну, здесь как раз ящик с динамитом стоит. Вот здесь внизу. Ну а что взорвать-то? Подождите. А вот здесь мы были? Конечно, были. Нет. Мы отсюда пришли. Нет, выше. Да, там были, мы слева как раз пришли. Ну, вот динамит. Вот. Иди сюда за мной. Вот раз он появляется постоянно, явно он где-то нужен. Че, оттуда мы пришли? Нет, а, нет, не смотри, пришли, тут не да. были. А вот здесь мы были? Так, жизни кому надо? Я возьму. Вообще все собрал. Вот какая-то, смотрите, не дырка, нет? Под шумок и золото все собрал. Нет, это не то. Ну тут мы были. Стопудово. Мы здесь начали, походу. Да. А здесь? Отсюда пришли, да? Угу. Ну давайте по жанру всегда это направо. И все. Может, тебе может этот кубик взорвать? Не-не-не. Я вправо иду, но никуда не могу пройти. Ну. Чуть правее. Вот здесь у нас чего? Какая-то рога и копыта. Тут проход вроде как будто. Или нет? Ну не, не похож. Значит, не нужен он. Не знаю. Ну оставь. У меня нет варианта. Ну, он направо, на, вон, вниз куда-то. Если не знаешь, куда идти, надо всегда направо. Хотя налево мы забыли сходить. Не надо налево. Почему? Зачем нам налево? Бегу к вам. Ну вот проход. Ну, и вон проход. Давайте направо. Держаться тактики. Жизни. Кому надо жизнь? Забрали. Ой. Маги опасные. Для здоровья? Да. Кардинально. Ой! Блин, взорвал. Подожди, давай проверим, что там наверху. Блин, можешь придерживаться тактики. Ну, мы можем проверить просто и вернуться. Тут, например, золото. Все время направо идти, там мы что-нибудь пропустим. Да, надо изучать катакомбы. Там дракон снизу. Блин. Ну, давай, давай сначала вниз спустимся, посмотрим, что там.
Явно там какой-нибудь тупик. Голда там. Да. Ну и, собственно, все, можем идти наверх. Подождите, давайте вернемся на секундочку. Чего ты хотел? Куда мы бежим? Я не знаю. За мной. Зачем ты несешь ящик? Хочу в Серегу кинуть. Подожди, где-то проход был. А, ну, по-моему, это есть, да. Да, точно. Блин, нифига я вас привел, вы все собрали. Сусанин. У кого-нибудь ключ есть? Нет. Никого нету. Облом. А где ключ? Я же говорю, мы что-то пропустили. Ну, как туда-сюда бегали. Систематически. Пошлите нам сейчас наверх, вот куда вы это хотели. Где мы голду собрали последний раз? Сейчас, секунду. Не, вот, вот сюда и наверх там потом. Вот, вот тут проход. Надо обследовать. Что-то здесь трупов много лежит. Кто это сделал? Кто это? Кто это мог сделать? Какой-то лучник. Да кто это кто-то пробегал мимо. Так, кому жизнь надо? Никому. Для золота. Ой, тут тоже были жизни. Жизни пока не надо, если будет золото, зовите. Подожди, здесь еще проход. А тут золото. Золото собрали. А тут враги. Какие? Я никого не успеваю дождать. Давайте, давайте, собирайте. Знаю, это непросто. Но постарайся целиться во врагов, а не в еду. Там голда. Опять Серега. Жадина, говядина. О, у меня же... Я теперь могу что-то прокачать. Да. О, нормальная тема. Что-то там прикупил себе. Ботинки огненные. Я типа, когда могу бегать, короче, будет гореть все. Секунду. Меня подождите. Не, мы это... Отмените, готов. Мы-то тебя ждем. Игра не ждет. Готов. Лекс. Да. А. Отмени. А. Отменил. О, у меня есть фишка, где все мои союзники поблизости становятся неуязвимыми. Мучный урон что-нибудь на защиту. Свою. Лично я качаю все на урон. Блин, что даже не начал качать, тут ничего нового нету. О, тоже ботинки взял. Да. Готов. Ну, ботинки вару подойдут хорошо.
Он типа ворвался, короче. Ой, я не хочу туда. Они сами, короче, смотрят. Убились. Кто там опять еду убил? Не я, я хочу наоборот взять ее. Какой-нибудь лучник. Ничего подобного. А давайте их сюда тащить, смотрите. Так мы тогда с них ничего получать не будем. Почему? А мы что-то получаем с них? Ну с них же и золото выпадает. Воу! Блин, я сейчас убьют, а? Все, меня убили. А я туда же... Я даже туда не пойду просто. Да понятно. А не, смотри, кто... А, ты прошел? Так, а, блин. Ить. Корона слетела. Опасная ситуация. А что корона вообще дает, я не понимаю. Бонус. А, бонус. Деньги дает. Деньги дает. Как-то быстро уровень прошу. Да, 5 мечей как-то мало. О, теперь нормально. Серьезное повреждение, еще 8 тысяч, нифига. Тут нужен лучник. Стопудово. Что, направо? Я предлагаю... А, у меня хорошее предчувствие. А почему я внизу на интерфейсе посередине стал, если был справа? То есть? Ну, вроде я всегда справа был, а теперь посередине. Ты был посередине вроде. Нет, я всегда вниз смотрел справа, да? Откатилось у меня или нет. А теперь посередине стал. Я сначала смотрю, думаю, какая-то способность не моя. А, да, кстати, да. Серега по центру был. Так, мне нужна курочка. Скушай курочку. Скушай, деточка, яйцо диетическое. Ой-ой-ой. Танкую. Танкую все. Серега, иди жизнь возьми. А здесь есть, если я на них добегу. Да, я успел. И как туда прыгнуть? Куда ты прыгать собрался? И там голда была. Вот тут. Я хочу наверх. Я хотят. Так, вырываюсь. Этот мир будет очищен от зла. Хорош. Это сапожки так себе. Сапожки согласен, да, говно. На что-то поинтереснее. Ключ нашел.
еще ключ. Сейчас, по-видимому, третий будет. Так, жизни одну взял. Я бы с радостью это съел. Ты ее уничтожил, вернее, хотел сказать. Почему нет? Я подошел. Без удара же вроде. Воу, махач. Прикольно. Мы как-то разделились что-то. Да. Потому что ключей много. Ща вниз иду. Блин, я тебя в упор хочу прям бить. Вижу твое хп. Подождите, не открывайте просто так. Ну я пойду за ключом поспешу. А, он открылся так. Не открывайте дверь, чтобы... Ну, не открывайте. А чё, тут, наверное, это и так хватает. А вдруг там будет какая-нибудь секретная дверь, на которой ключа не будет? Думаешь? Может быть такое. Так, мне жизнь нужна. Я чё-то как-то тут это... попросел. Поврывался тут немножко. Не туда, куда надо. О, жизни. Кому еще? Нужно еще? Да, бери. Хотя вроде меньше. Нормально. Ну ты в основном танкуешь. Подождите. Давайте сюда сводим. Там золото. Блин. Ладно. Да и здесь я возьму. Если вы не против. Ты чё? А чё, тиры не восстанавливаются? Можно забирать её золото? Красавчик вообще. Гадина мою корону сбил. Урод. А Диман надо избавиться, короче, да? Так вот, хлобысь. Так, что там с едой-то? Яйца бить. Так, я дергаю. Наверное, сюда надо? Подожди. Нам еще не хватает, видишь? Нет, подождите. Чего? Подождите. Я вообще не... Чего ждать? Ключа одного не хватает. Почему? Потому что кто-то его потратил. Да нифига. Фига. Пошлите сюда. Там не пройдешь, нужно еще один кирпич скинуть. По лестнице прыгнуть. Говорили тебе не трать все ключи. Блин, конечно, чайник виноват. Кто же еще? Сто пудов назад надо. Надо яйца. О, паучок. Да. Все, ваншот. Пошли назад, нет? Ты куда? Нет. Вот сюда. Так, красный. Да, бери. Блин, извини, мне не получилось по-другому. Действительно. Там очень сложно было, чтобы по-другому получилось. Я хотел одну взять, а получил...
Ты убил свою еду, кстати. Да, я знаю. Вот еще еда. И кто из нас чайник? Сначала съедят всю мою еду, а потом... Вот, теперь так, все. Куда-то прыгнуть можно. Наверное, просто ну, вниз, а вот как раз сюда. Ага. Угу. Что там его колбасит? Ну, изи вообще, я-то думал. Изи. О, мы с тобой поровну убили. Ага. 10 раз. Еда с... Еда с полу. Блин, я что-то не хочу эти ботинки. Я не хочу. Ну, выкини их. А можно продать как-то? Да, блин. Не сомневаюсь. Опять джойстик отвалился. Что у тебя прям проблемы с ним? Не знаю. Не виноват. Ну и короче, вихрь себе поставил. Не работает. Блин, у меня голова прошла более-менее. Вы сегодня какие-то неигровые ребята. Одного... геймпад отваливается, другого голова болит. Не, у меня более-менее прошла уже. У меня есть волшебная повязка, которая меня спасает. Всего за 99,99? Да, вот это. Покупайте, короче, специально от чайника. Ты ее натягиваешь на голову, короче, твой чайник больше не болит. Не кипит. От какого чайника-то? От тульского какого-нибудь? От тульского? Ну, от тульского чайника ты говоришь, от чайника. Покупаешь чайник, на нем повязка. Нет? Не-не-не. О, здорово. Тут внизу еще темнее. И куда мне теперь стрелять, если я ничего не вижу? О. Я думала, эльфы видят в темноте. Нет. Не видят. Ты с орками перепутала, наверное. Ну, знаешь, такие здоровые гадкие уроды. Нифига себе, гадкие уроды. Орки хорошие, мне нравятся орки. Взяли, обидели орков, блин. Эльфы не любят орков. Давайте, вообще не буду открывать, говорите куда. Давай направо. Ну то скажете опять. Их надо было надолево. Все ключи, скажем, потратил. Да-да-да. А орки ненавидят эльфов. Ну и за что так за орков впрягаешься? А что, я люблю орков. Я практически... Вон орки тебя вваливают. Ну, сколько раз они мы уже убили. Точнее, и они нас убивали. Тут еда. Блин, мне нужна была она. И мне нужна была. Вот золото кому надо. Золото всем надо. Да, золото. Я уже забыл. Если увидите золото, говорите. Ладно. Приглашайте, да? Золото. Так, я короче. Сначала говори. Все, короче, танкуйте, я это. Постою где-нибудь в стороночке. Валькирия хочет есть, слышали? Скоро умрешь. Да. Я так. Ой, я популяю, короче, вот. Пил. И теперь это замещаю Серегу. Обнадежил, Валькирия, ты скоро умрешь. Так, всех убили? Я прохожу? Да. И? Нас заперли? Слушайте, я не знаю, куда идти дальше. Вниз надо куда-нибудь. Ну, нет, направо. Ну, вот.
Мне нужно восполнить запас сил. Да, слышали уже, что-то повторяешь одно и то же. Ах ты жадина. Ой, блин. Ах ты жадина. Я случайно. Ага. Хоть долбит постоянно, да? Я понимаю, один раз случайно, но это уже который раз случайно. Это уже систематически. Я не думал, что это самое, как его, еда. Ну и за мной гонятся. О, деньги, деньги, два ствола. Я сейчас удам деньги. Блин, я хотел тебя добить. Да, да, кому нужно? Бери, бери, бери. Ура. Я сдержал эльфа. Чё эльф-то? А чё эльф? Эльф любит курочку воровать. Не любит. Стрелами своими. Один раз не в счёт. О, блин, нифига там. Нормально. Опять эльф. Блин. Ещё корону украл. Я думаю, куда корона делась? Чё-то я вообще бомж по сравнению с вами. Так, направо идем. Зато вы больше убиваете. Да, идем. Понятно, кто чем занимается, да, теперь? Ты подбираешь снаряжение или ты готов? Я не знаю, Серега будет менять? Да. Или у тебя опять геймпад отвалился? Нет, подожди, я сейчас хочу что-нибудь взять другое. Блин, даже не знаю ничего. Какие-то самоны у него неинтересные. О, прикольный щит, смотрите. Ага, с крови. Когда у вас такие штуки прикольные? Давайте такую попробуем. Не знаю, что это такое. Прикольные щиты. Ку! Кух! Да ну блин, да что за фигня? Ладно, жмите готов, а то мне что-то вообще опять не хочет работать. Жми готов. Жалко. Ты жми готов. И ты жми готов. Все жмем готов. Ты джойстик забрал-то, Серег? А здесь? И темнота, и пауки. Ты джойстик хотел забрать там у кого-то? Нет, еще. Всем привет. Не подскажете, где тут золото? Кому-то жизнь нужна. Эльф, если увидишь курочку, мне нужна жизнь. Стреляй. Окей. Золото. Тараканы. Золото. Тараканы. Золото. Тараканы. Ой, это все. У меня в животе урчит.
как это совсем короткий этапчик. Mm-hmm. Нормально, ты золото собрал. А, кстати, по идее, можно еще раз же его пройти, да? Ну, естественно. И фармить так. А зачем? Не, ну я вообще имею в виду, типа, прокачка персонажей, все дела. Ну, естественно, ты же можешь как всех персонажей качать. Же пауку. Да пипец. Жизни справа. Мои. А тут везде, и сверху, и снизу. Ого. Ух ты. Так, я эти коконы бью. Так, одну убили вроде. Коконы. Короче, блин. Не, ну хороший у меня Тимыч. Нет, ну черные дела делаю. Нормально такое. Подзаправились. Вот такой можно фармить уровень. Ну да. Еще какое-то оружие ужасное все. Денег уже нет. Так, сейчас, секунду. Ну ладно, без вариантов. Чудесно! Все глубже и глубже спускаешься ты навстречу ужасной судьбе. Молчи, Морок! Ты тоже скоро встретишь судьбу. Напрягает меня эта статуя. Ага. Корона? Где золото? Отойди! Кого там налево тянет, а я не пойму. Вон ключ-то внизу стоит, лежит. Угу. Прикольно, я в Валькирию научился более-менее играть. Ой. Тихо. Улочка какая. Теперь мне нужна курица. Дайте мне курицу. Вон курица. Подождите.
А, нет. О, стоять. Вон он. Кто? Давай. Вот сюда. Классно, я ворвался, конечно. Как настоящий орк, короче, в стену, бабах, короче. Музыка еще, туру-ру, тун, и все мимо. Куда вы? Простите, да, обратно. Золото. Ой, да ну нахер. А сюда не, не хотим? Тут было все. Зачем? Тут а это кто собрался делать? Это не проход. Он ключ. Типа обратно? Нужно прийти. Не так. А как? Вон, да, правильно. Мы его пропустили. Да, мы просто его пропустили. Эх вы. Что-то активировали. Одну штуку, а нужно три. Поехали, поехали. Не туда. Как не туда, сюда? Ну ладно. Мы же отсюда и пришли. Моё. Да, что за человек? Ни копейки не оставил. Да блин, дайте хоть чуть-чуть оружие прокачать. Не, можешь вот сюда вниз как раз? Мы же оттуда пришли. Мы пришли отсюда. Не, вот сюда. А, ну и чё? Отсюда мы пришли вроде, нет? Нет. Значит, нам наверх надо. Куда-то мы не сходили еще. Нифига. Инвиз? Да, только абсолютно бессмысленная вещь. Сразу бы упали, что в такой игре это... Во-во-во, смотри. Да, вниз, вниз, вниз. А, мне все равно вариант нет, мне качать нечего. У тебя только невидимость там, да? Ну да, только невидимость, еще чего-то, которое стоит 75 тысяч. И туда. Блин. Эх, Валькирия, бойся, еда. Ага. Так, а тут мы не были, да? Были. А вниз, блин, если пойти, там снизу было что-то, какая-то херня. Там тоже были. Нет, вот чуть левее, вниз и левее. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. А, это хорошее место. Во, тут мы не были. Были, мы сюда пришли. А как мы золото пропустили? А мы не ходили вниз, потому что... Да. Идемте дальше наверх. Мы отсюда пришли. Наверх дальше, после того, как с пауком. А разве там же тупик был. А мы туда ходили разве дальше-то? Подожди, ну, а да. Здесь мы были? Здесь не были. Вон выход внизу. Вот, да. Кочу я вижу. Чё ты видишь? Золото. Золото. Ты мою корону схватил. Твою? Блин. Да. Можешь забрать обратно ее. Хорошо. Блин. Все равно мне некуда деньги тратить. Ничего нет. Прикольного для прокачки. Так, я забрал. Смотрите внимательно. Не видно. Ничего, все, что ли? Не, подвинуть надо. Бегу, бегу. Блин.
Куда? Обратно, обратно. Ну что бы были? Да, мы скинули. Ну, там же было закрыто, мы скинули кубик. И вот теперь его можно протащить. Ну, это, тащи, ты самый сильный. А, это да еще один тогда надо будет. Пошли туда же обратно, как я понимаю. Тут же ничего не открылось. Во. Вон он кубик. Вон он кубик наверху, кстати. Да, вопрос теперь, как туда попасть. Судя по всему, идти налево. А Серегу мы теперь... Да, иди... Не-не-не, пошли обратно. Серега. Ага, вижу. Не пройдет. Я хотел его внизу оставить, конечно, раз уж он туда пошел. Потом думал, ладно. Эльфы норм, парни, только еду уничтожают. Это один раз было. Нифига себе, один раз. Остальные разы я просто съедал. Специально, да? Нет, случайно. Я думал, это золото. Да блин, я опять остался без золота. Да у тебя полно золота, ты самый богатый. Ну. И я не собираюсь это менять. Кому курицу? А, ты связал уже. Но у меня как раз и не было жизни. Открывайте. Так, яйца уничтожил вроде. Все, последнее. Видите, мое. Нет. Вниз. Кому жизнь? Курица нужна кому-то? Вроде нет. А то до хрена курица сейчас что-то будет. Да. Уже началось. Угу. Он не съем обычно. Да, зачем? Это что такое? Мама, иди сюда. Кубик скинь. Вот он. Ну пошли, там открылся ворот. Ой! Тут нормально я вошел. А, тот самый сильный, тащите. Тащу. Ага. Фух. Не, ну в большой семье что нельзя делать? Лёву щёлкать. Ой, Серега опять поменялся по центру стал. Да, кстати. Странно. Да, блин. Ух ты. Еда. Так, а где я?
Бежали же. Помоги мне. Я ключ нашел. Ну давай налево. Думаешь? Ну. Мне кажется, надо вот этот открывать. Потому что да. Там еще кубики есть. Ну тут везде кубики есть. Кстати, там вон кубик можно вообще без ключа открыть его. Не убейте друг друга. Подожди. Где я убоюсь? Гад. Пойду курицу возьму. Блин, ну ладно. Блин. У кого ключ? Вы помогите? Помог. Да ладно, ничего. Сейчас я тоже помогу, подожди тебе. А вот этот давайте сдвинем. Нету дверь. Давай вот эту давай. Открывайте. Да. Ну красавчики, блин. Ой, блин. Блин. У вас у каждого по ключу, кстати. Угу. Давай тогда я открою. Ну, наконец-то. Да. По-моему, это все. По-моему, пора валить. Ну, так что можно все... А я вижу золото. Мне кажется, можно было все открывать. Ну, да. О чем мы парились тогда? Ах ты, блин. Штуку взял новую. А Серегу тоже взял, смотри, такую же штуку. Но он там что-то с голдой связан. Мне нужно контроллер. Ну, ё-моё. Мне нужна помощь. Боевые товарищи, что смотрите? Чего ждёшь? О, всё. Почему-то отвалится Xbox-ский контроллер. Да? Чувак в короне ходит. Ау. Да, это точно. Чувак в короне. Нормально ты так пронес. Где золото? Да ну нафиг. Я это вижу золото. Золото. Бессмысленно вообще. Блин.
Че, по жизни никому не надо, да? Боюсь, сейчас надо будет. Ё-моё. Кому надо курочку? Мне. Ты единственный, кому не нужна была курочка. Да. А зачем тогда спрашивать? Слушайте, ну половина-то есть? Да. Больше половины. О, прошли. Да, хорошо прошли. Уже, по-моему, спать пора, нет? Не, какой еще трех там? Нету, Даш. Какой трех? Блин, почему у меня все время 4000? Я не могу заработать денег. Может, у тебя что-то с это, с USB, ну, с коннектором именно? Да вот денег не могу заработать. Почему-нибудь коннектор USB. Ну, вот 31-го заработаешь. Что за чудовищное создание охраняет второй фрагмент? Ой. Я про игровые деньги. А. Прибегает какой-то воин и да. Все забирает. Вообще капут. Вообще босс будет. Ёптить, моптить. Ну, крутой босс. Угу. Кожа головой. Да. Перепашки ниндзя прям. Ой. Ну, что-то он простенький какой. Вот такой тебя, себе. Блин. Ой, я не в курицу стрелял в крокодила. Когда жизни пропадает, его бесполезно бить, я так понимаю. Да, мы типа пока мы мобов не убьем. Букашки. Так вроде всех котов убили. О, как я. Год. Ну и чё? Курочку кто-нибудь видел? Нет. Да, внизу, слева. Ой, блин. Вот. Блин, мне нужно было. А? А, ну сказал бы. Хотя мне тоже нужно было. Я вообще тут на кропалях. Вот именно. Есть. О. Ты скоро умрёшь. Так. Что-то произошло. Легендарная какая-то штука. У меня почему-то звук исчез. Да, не, у меня вроде нормально. Ну еще муха по мне тоже ползает.
Жаль, боссы довольно редко тут бывают. Угу. Чуть-чуть осталось. Но если только основное проходить, то сегодня успеем. В смысле основное? Еще не основное есть? Ну, дополнительные вот эти вот маленькие миссии. Ну, там еще вроде две миссии дополнительные, все. Не, поболее, по-моему. Я говорю, были бы тут боссы еще почаще. То есть всего сколько, 3 босса было? Ну, его же можно перепроходить. Ну да. DLC-шка какая-то есть к нему, нет? Ну, я не могу знать. Чё есть? DLC-шка какая-нибудь. У Gauntlet, по-моему, нет. Хотя вообще эта компания-разработчик очень любит миллион DLC выпускать своим играм. Чё там, Серега опять стал? Жду. А, ты эту фишку купил? А-а-а. Ну, нужно как-то деньги зарабатывать, а то ты все сжираешь. Это за красные круги? Что это за красные круги? Вот некроманты тут какие-то. Все. Ключ нашел. Давай, открывай. Теперь понять бы что? Двери. Я тоже ключ нашел. Давайте открывайте. Нет, 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 нет. Я спас бочку. На, нам может пригодиться, кстати, где-нибудь. Может и нет. Давай, открывай. Хорошо ворвался. Блин. Ага. Ничто не встанет на пути мести. Ой, там что-то течет. Да я там какой-то рычаг повернул. Тут все равно ничего нет, можете не идти сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. О, офигеть. Бля, сколько здесь взрывов всяких. Я не выжил. Я сейчас тоже, кстати, помру. Я не буду твою голду брать. Хорошо. Не буду твою голду. Хотя стоило. У кого ключ? Ни у кого. Отлично, ключ. Класс, вообще. Да. Все, тупик. Эльф очень хочет есть. Обратите внимание. А как? Чего случилось? Я же помру. А, значит, что-то так, можно взорвать. Надо бочкой делать, да. Вот здесь, наверное, да. Ставь. Еще немного, и я упаду в голодный лоб. Точно. Еда, еда, дайте мне еду. Вот, кушай, кушай. Вот. Ну дайте мне. Ну, попить. Иди. Иди, главное. Вот и ключ, кстати. Вот ключ и корона. Сереги. Какая корона? На тебе корона. У меня только ключ. Шмап прям какой-то. Да. Ох. Люблю шмапы.
Кто опять уничтожил еду? Не знаю. Жалко, что нельзя поиграть в это. Как это называется? В Diablo 3. Почему? Чего нельзя поиграть? В Diablo 3. Почему нельзя? Почему нельзя-то? У меня издание на диске. И чего? А диск некуда вставлять. Пс, тебе аккаунт дать? Не надо, зачем? Поиграть? Такой. Диабло. Вой, что ли? Да. А у меня на баксе Диабло. А ты тогда начал. Ах ты, блин. Хотя и на плойке тоже есть. У меня три аккаунта на Диабло. Курочку никто не видит? Нет. Я только что съел ее. То есть, вон, курочка. Ура, курочка. Блин, а может перерыв сделаем? Я так это на гальюн хочу. Кто съел мою курочку? Кто забрал золото? Давай этот этап пройдем и завтра будем играть. Завтра? Ну или когда там. Да, надо закругляться. Я бы сейчас не отказался от эльфийского хлеба. Почему я опять в красном кружочке, блин? Ох, сволочь. Нифига себе. Чик, не трогай мою. Блин. Сволочь, взял все мое, забрал. Надо как-то фармить. Ну почему мое-то обязательно? Ты ближе был. Я нищий. Ты был ближе всех. Сейчас Валькирия умрет, а заберешь обратно. Давай умирай уже. Не, ни за что. Давай умирай. Давай умирай. Не, если хочешь в Диабло, я могу аккаунт дать. У меня три аккаунта на Диабло. Да не надо. Курочка. Дайте мне. А вы всю еду собрали? Конечно. Да все равно уже конец. Я хоть чуть-чуть денег заработал. Чё? 7 тысяч не хватает на броник. Тут чуть-чуть он осталось. Да, давай в другой раз. Давай, предлагаю завтра добить. Заодно дополнительные все уровни тоже добьем. Ну, давайте. И сложность потом можно повысить. Ну да. Пофармить уже по-нормальному. Ну да. Ок, ладно. Спасибо вам, ребята, за сегодняшнюю игру. Там спасибо чатику, кто залетал. Но сегодня что-то вообще как-то тихо, походу, в пятницу все бухают и пьют пиво там и что-то еще. А сегодня очень много параллельных стримов просто. Ну, пятница тоже. Что не, как говорится. Ладно, огромное спасибо. Всем давайте увидимся завтра. Как говорится. Yeah. В это же время, да, давайте, пока. Всем пока.